Ну потому что я мужик, я крит. Все, мы начали. Воу. О, патроны. Да. Чё она сказала, я послушался. Следуй за тобой. Комбинировать. Хочешь того дам? Да куда мне, у меня места нет. Да блин, у меня тоже места нет. Вроде все надо, блин, а места ни по чё нет. Что за... Иди ворота открывай. Дали бы хоть бы это, я не знаю. Тут мапа... что, закрыто? Закрыто. Вот сюда надо. Ты мапу открой. Маленькую. Вот так. Тут никого нет. Кстати, да, где все нигры? Зря пришли. Ой-ой-ой. Псины, 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 псины. Ай-яй-яй. Вон они. Я через вагон стреляю. И чё у тебя там идёт? А да. Оп. Да не умирающие какие. А да. Что ты делаешь? Да. А я за ерунда какая-то. Я кнопки перепутал. Чё они не умирают-то? Кстати, они не псины, а какие-то гиены. Дай я тебе полечу, подожди. Пока есть трава какая-то. Есть. Как раз для этого. Это что было там? Ну спасибо, мне хватит. Побежали. Это кошка. Муха! Иди отсюда. Знаешь, что самое смешное? Они похожи не на собак, а на гиен больше. Подожди. И большие гиены. Я тебя понял. Блин, надо было это взорвать все-таки и все. А, может. Подожди, тут же это есть, нет? Че, опять? Подожди. Иду. Вон там собака идет. Слышь, смотри. Ай! Это кто сверху удовлет прыгнул? Кто-то палит по нам. Кто-то сзади, блин. Тут собачки. Да не одна. Вы чего не умираете? А, да ёпта, они на спину полетели просто. Это смотри, это гиены, это не собаки уже. Ай. Вот патроны. А, та-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 та. Идите отсюда. Да чё? Опа, все, у меня закончились патроны, короче. Я вижу. Да, все, взял. Вот, возьми, чего-то не может. Все, дай подберу, ну-ка. А это автоматный. Автоматный подбирай. Я уже я перехожу на винтовочку. Подожди, тут что-то как-то мне не нравится. Ну, тоже, да. Подожди, надо полечиться. Иди ко мне поближе. Так, что тут? Вон он наверху, подожди, сейчас. Двигайся! Какое? Он на крыше стоит. Нигер. О, мама родная, давай я собью, не трать патроны, не трать патроны. Я нас вылечил слегка. Все. На, залезь на вагон. Ну чем? Там что-то осталось. Да, там что-то синее было. Это автоматка, наверное. Не-не-не. Это золото. Там нигер, то есть мексиканка. Сейчас собью, не трогай. Сбил. Он паркур пау показал. Как тут? Золото. Это что такое, золото? Золото, да. Не, золото меня интересует. Так, подожди, мне надо мышку это увеличить, что-то у меня это. Медленно. Ну да, сейчас она какая-то. Я медленно. Пойду проверить труп мексиканца. Если там пистолетные патроны, дай мне. А я сейчас буду ходить. Вот ты с автоматом ходи, у тебя полно его. Тут пистолетные. У тебя вон автоматы 32 и 42 в этом, в обойме. А у меня. Ну иди сюда тогда. У меня все, у меня 20 патронов осталось. Давай. Вот они так. Тут, рядом со мной. Блин, у меня карта подключилась. Где ты? Менеджер. А, все, вижу. Дело в том, что, видишь, короче, я пистолеты как бы апнул. Ну, апгрейдил, все, по дамагу, а он что-то какой-то это. Я не очень хорошо. Но он против этих собак что-то не очень помогает. Против собак это ружьем даже... надо. Это не собаки, это. Так пока ружьем прицелишься, там вот вообще же. Ружьем жесть. Стреляет по области, не забывай. Да когда не ружье это. А, ты это ружье у меня подожди. Винтов. А, это не бочки. Ну, это так. Эй, я не туда. Здесь, короче, надо залезть на деревянную хрень. Какую деревянную? Вот на эту. На ящик нельзя. Нет, на вагон. А, из вагона туда. Да. Давай попробуем. Жалко, что нельзя отдалить, вот камера висит именно сбоку, за углом. Да, прыгай. Так, надо проверить. Кого проверить там? А там это бомба. Точно бомба. Блин, два патрона потратил, но ё-моё. Здорово, целых чего? Два патрона. Двигаться нельзя. Спутник. А почему у тебя лазерный прицел? У тебя, кстати, тоже. У меня нет. О, я поехал. Эй!
А я чё, как? Ну я пешком пойду, лол. Ты ж тут бобы же, ты чё? А если я прокатился? Я поехал. Чуть не убился, ну и ладно. А чё за В вниз? Это, короче, этот. Давай нажмём. Да блин, где, куда? Ты тоже жми. О-о-о, это ли... А, это лифт, я думал, сейчас поедем на этой. Не, так, вообще неохота. Пятый, чё? О, карты нету. О, что это? Смотри наверх! Так, так, так. О, лампа. Какая гадость? Какая гадость? Я хочу посветить. Как лампу выбросить? Я не знаю, на инвентаре, наверное. Взять лампу. Зачем тебе лампа эта? Ну что ты хочешь, ничего не видеть? Подожди, я сейчас это вылечу нас немножко. Так. А я живой, у себя вылечу. Пойдет. Что-то так, было. Костюм не взять ничего. Кстати, это плохо, что костюм не одевается, как бы визуально не отображается, что он вообще есть. Иди фонарь с фонарем, я тут ничего не вижу. Ну спасибо, блин. Меня если что гавкать первым будет. Ну, а ты бежишь вперед. А ты единицу нажми потом, чтобы бросить. Смотри, там кто-то есть. Это трава. Вот, траву дай. А, не, подожди. Траву не надо. Или надо? Не, не надо. Уже возьми. Поздно, я взял. Да. А там точно не туда? Не, вот там тупик. Смотри, тут купаться можно. Из воды сейчас какая-то дрянь выйдет, подожди. Крокодил? Вон он. Пута. Пута! О! По нему стреляй, ну. Да я так по башке палю. Отходи, отходи, отходи. Зачем? А потом близко подойдет и начнет тебя бить. Автоматы потом взял? На. Ты взял их. Возьми, возьми, возьми. Ничего не вижу, вон вижу. А вон там еще какой-то черный. Вижу. По ноге ему, по ноге. Смотри наверх, смотри. На потолке что-то сияет. Не хочу это смотреть. А? Не хочу смотреть наверх. Не, на потолок посмотри, видишь, там что-то горит, какой-то камешек. Ага. Убей этого. Голову, ну. Да блин, сейчас. Подбегай, F нажимай, да и все. Сейчас, подожди. Давай. Блин, он вместо того, чтобы выстрелить, он взял этот камушек. Здорово, блин. Гениальность. Кстати, если держать, положить фонарь на землю, то лучше светит. Ой-ой-ой, смотри. О, лексикашка. Блин, потом потратил, алё. Он что, живой, что ли, не понял? Да, он живой. Нет, не живой. Вот, я подбираю. Пистолетный? У него это большие, эти. Я понял тебя. Сейчас помогу. Фу. Тут что-нибудь еще осталось. Щит, пистолеты, патроны. Свечу. Угу. Так, давай туда сначала. Там бочки разбей, ящики. Посмотрим, вот эта автоматка есть. Да-да-да-да-да. Винтовка. А вот этот автомат. А это в ящик разбей вот эти два. А их можно? Да-да-да. Гранаты. Светошумовая, можешь взять. Вот, кстати, возьми обе. Почему я? Ну потому что у меня фонарь. Да при чем тут фонарь? Светошумовые гранаты понадобятся нам, кстати, против этих подземных тварей. А мы, чтобы мы сами только не ослепились. Спойлер! А ничего здесь? Да. А чтобы мы же под землей же. Ну. Тут они света не видят, как бы, и от этого будет только. Вон, кстати, вернись, камешек наверху. Какой камушек, тут у меня троица. Я тебя понял. Сейчас помогу. Лапа, кстати, светит. Блин. На! Ой, он его еще одна. Фу, один патрон. Вон камешек наверху, смотри. Сейчас я патроны возьму. Рубин груши. Так, на, перезарядиться. Че у меня там с патронами? О, все. Пистолетный патрон, да, беру. Пистолетный патрон. Сейчас перезаряжусь. Взял, пошли. Так, подожди-ка. Так. Тут смотри, вентиляционный какой-то шахта или что это? Смотри, вон наверху. А, инсультить можно, прикинь.
Оказывается, ничего себе. Чел. По направлению вот так вот можно следить, потолок там. Вон парень впереди. Какой? Злой парень впереди, видишь? Вон он. Я его освещаю специально, видишь? Сзади, сбоку еще один, слева. Слева. Оп. Да. Удар Чака Норриса. Еще живой, 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 живой. Ну тут тоже не герок, живой. Да умирай ты уже, ну сколько тебя резать? А черный умер первый. Все, он умер. Слышь, тут винтовочные патроны возьми. Сейчас. Вот здесь так, рядом со мной. Почти. Видишь, где я? Да, поверь. Тут еще что-то может быть. Вон, ящик разбей сзади. Два. И бочку. Эй! Змея, она не страшна. Какая змея? Это я был. Там змея тебя укусила. Автоматных патронов нет? Кого? Автоматных нигде больше нет. Нет, у меня нет. Погоди, кто-то торчит. Вон там. Вон он, вон он. Беспалевный. Давай. Стелс парень. Слышь, он меня пугает. Подожди, у меня в голове может дрянь какая. О, тут бочка еще, разгрей. Да он уже умер. Нет, тут бочки, смотри. О, автоматы. Какая-то дырка в полу. Пистолетные патроны можешь взять. Сейчас разобью. Блин, тут столько всего. Ладно, да. я взял пистолетные патроны, у меня тоже майлай. Сейчас забегу. Тут есть что-нибудь? Пошли. Туда ходил, туда ходил. Я где? Прямо не ходил. Так, все, я понял тебя. Вон там что-то есть, смотри. Где? Вот здесь. Тут где? Какие-то мешки. Я тебя могу посадить. О, смотри, череп. Какой череп еще? А, это просто череп. Слышь? Вот, смотри, вот. Секретный проход. Какой секретный проход? Ты вообще где? Вон, а сзади тебя. Я тут... Тут жопа мира какая-то. Ай-яй-яй, змейка. Тут ничего нет. Я тут один. Ящики есть. Алмаз. Я могу тут что-то повернуть, если хочешь. Подожди, подожди, сейчас далеко до тебя. Видел бы я, а вон ты там. А как ты там в темноте ты делаешь что-то, я вообще не понимаю. Там свет есть, ты че? Да? А, все вижу. Там просто алмаз подобрал, или все, он один для всех. Ну, у меня груши какие-то подобрали. У меня алмаз. Да, не алмаз, ну да, там именно алмаз такой круглый. Я стреляю, если что. А я не попру 100%. А че я так кручу? Давай, давай. Сейчас кто-то попрет, вот 100% уже. Кто рычит? Я рычу. А. Так. Куда еще больше крутить? Там бочки неспроста. Ты что долго крутить? Ну. О, поперли, поперли. Ой, я тебя закрыл случайно. Я тебя понял. Подожди, открываю. Слышу, они сзади меня, блин. Ай. Кто-то ржет. Я не могу ничего сделать. Справишься? Да. Ай, не, не. Беги, беги, беги. Гранату кидай, это шумовую. Сзади, сзади. Супер. Один пиздел. Они лопаты сейчас меня греют. Я ничего сделать не могу, а не могу. А ты вырваться. А она не простреливается, эта дрянь. Она то простреливается, то не простреливается, блин. Ну, понятно. Мне кажется, ты тогда зря это ушел. Один походит, один этот. Или что? Может, там когда забочить можно? Подожди, я посмотрю, что здесь есть вообще. Может, там один чисто пойдет. Я не знаю. Давай так, ты пройди, посмотри, что там. Чего? Или не хочешь? Там все равно. Тут, я не знаю, просто видишь, сколько крутить надо. Есть ли фиксатор? Не, фиксатора нет. И что, она там крутится куда-нибудь? Нет. Ну и тут... Мне, скорее всего, надо просто успеть пробежать, может. А, вот все. Нет. Я тебе... Ну, сейчас я посмотрю, может, там можно что-то это... Там, видимо, что-то нажать надо. Сейчас, подожди. Ты еще открой потом как-нибудь. Ну, тут какое-то открытое помещение сильно большое. Блин, ненавижу открытое помещение. Автоматные патроны. Так.
Ты вот потом это... мне аптечку какую-нибудь принеси. Света шумо. Так давайте я сейчас похилю. Ты это далеко же. Я тебе дам, не дам, сейчас попробую передать через дышок. Че, нельзя что ли дышок передать? А, на. Дать. О, здорово. Там света шумовая граната, я сейчас тебе принесу. На всякий случай. Блин, что это тут? Вот. Тут сейчас что-то будет, наверное. Сейчас я гранат дам. На. Я пришел. На тебе автоматные патроны. Угу. Так, на тебе гранату. Все, я погнал. Я что, склад тебе что ли какой-то? Да. Подожди, надо достроить тут это. Так. Бочки, что происходит вообще? Тут стрёмненько так, знаешь. Открыто вот. А, все, понял. Сейчас, смотри. Так, 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 так. Беги, пробегай быстрее. Потому так что они сейчас мало места нападать. Же. Нападать будут, ну. Я зашел. Фонарь, фонарь возьми, фонарь возьми. Зачем? А без него там может дальше темно будет походить. Я дядя с фонарем. Ву. И беги. Отпускай. О, дядя полетчик. Еще. Да в жопу. Давай сюда забежай. А ты где? Я сзади, сзади парень был. Я над нигером издеваюсь сейчас. Я не понял, откуда здесь он взялся, конечно. Никого же не было. Эй! Это что было? Ты что, взорвал тут что-то? Нет, не я. Откуда? Они взрываются! Как? Я не знаю, я в него стрелял с пистолетом, взорвался. Слышь, сзади. Я тоже. Ох, мать твою, какое тут уродство. Я тебя понял. Как они взрываются? Алла-бабах. Да, это, видимо, какой-то фейерверк мастер. Ай-яй. Драйвер, драйвер! На, падал. Меня окружили, меня окружили. Я бегу. Они взрываются. Сейчас, сейчас помогу. Ай! Погоди я. Бегу, 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 бегу. Я умираю, все. Я тебя похер, все. Похерил ты меня. Я ж тебя похилил. Что-то как-то плохо похилил. А, блин. Так они меня зажали еще один этот с башкой. Я понял, но... Надо было гранату кидать. Так, у меня винтовка, потому что осталось вообще. Меня просто, видишь, как-то взорвали через стену. Как они сделали это, я вообще не понял. Они взрываются сами, как эти. Смертники, ну, что? Зомби с этими. Так, сейчас давай сразу подберемся. У меня, все, у меня ничего больше не имею. 23 патрона. А, у меня на тройке гранаты. Ну, по минимуму. Бегут. Я тоже бегу. А, сразу арбалетчиков тогда снять. Я тебя понял. Блин, не перезаряжайся. Че он перезаряжается, блин? Кто стреляет, блин? Арбалетчики. Стоит, ждет пока это. Можешь гранату кинуть. Ай, беги, 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 ты чё? Надо вырваться. Так, у меня тут сзади проблема где-то. Подожди, я гранаты возьму. А фонарь где? Вон там. Граната. Я тебя понял. Ещё одна, уйди, уйди. А-а-а! Я же сказал, уйди. Иди оттуда. Блин, а где у меня граната-то, алё? Вот тут этот придурок. Ай, блин, он чем-то стреляет меня. Весело, весело. А ты вырваться? Оп. Ты живой ещё? Алло, бабах, я жив. О, что это? На! С ноги, с ноги, с ноги, с ноги. Проткнуть, проткнуть, где проткнуть? Протыкай его. Ой, блин, из него гадость полезла. А-а-а, беги. Тупые эти арбалетчики. Блин, тут две сайты, головоноги. Сзади, сзади. Давай, давай, давай. Сейчас я достану ружье, подожди.
Отлично. Я один раз только успел. Автоматный, пистолетный. На. Автоматный, на. Ага. Все. Надо арбалетчиков убрать. Цветовки не можешь прицелиться. Да, где они? Вон один справа сверху. Вижу. Так. Вау. Еще где? Вон там слева. Вон еще вижу. Целюсь. Снял. Я их ошеломлю. Снял. Пока что. А, этими кидается, я понял. Бомбами. Ну, динамитом, походу. Я понял, так. Мы еще живы? Похоже, да. Нет, там кто-то есть. А где мы фонарь-то похерили? А если дальше пойдем? Он был где-то здесь, наверное. Ну, супер вообще. Или, может, они взорвали его. Пистолеты. Мой фонарь, это же мой носитель. А где они еще? Вот это черепа какие-то внутри. Да. А ты где? Я? Вот здесь. Давай сюда. Видимо, отсюда как-то надо залезть. Вон лестница же есть. А, все, понял. Давай. Как еще смотреться здесь? Они сейчас, видимо, оттуда будут наползать. Куда, блин, больше у нас ничего нету. У меня еще есть 20. У меня вообще, да, у меня тоже ничего нет. Блин, кто-то сверху бочит. Никого не вижу. Вижу. Видишь? Где они, где? Кто-то сверху меня это пытался пальнуть. Я не вижу. А, и... вон, вижу, вон он. Сейчас я сниму. Вон он слетел, смотри. Он на уровне над тобой. Надо мной. Фух. А вон он. Все, вроде избавились. Да, музыка прекратилась. Посмотрим, что здесь. Да. Автоматные патроны. Подожди, я хочу траву комбинировать. Комбинировать траву. Отлично. Smoke every day. Да. Это что? А, вы... помнишь, была какая-то, не помню, интервью, часть интервью была, где этого Snoop Dogg'а спросили, вы, говорит, это, вы, говорит, употребляете траву в своих шоу, ну, в своих этих представлениях? Пистолет такой, брать, пистолет на патрон. Чё? Знаешь, такой, чё? И засмеялся, нет, говорит. На, смотри, автоматные патроны. Так, Ну, спасибо. А вот тут что? Ты там был сверху? А, нет, я только внизу бег. Я за тобой, считай, бегу. Тут железные бочки и коробка. А в коробке золото. В туннелях они появляются. Я уже что-то слышал, музыка какая-то. Да, они вон. Подожди, тут бочка взрывоопасная. Они из туннеля идут. А ты где? А я вон, выбежал сбоку. Он за мной идет, смотри, внимательно. Он, кстати, с динамитом там. Да не страшно. А он здесь, сейчас покажу. Пусть он идет поближе. А ты попади в динамит ему. А он просто стоит и все. О, мать, из него эта дрянь опять вылезла. Не трать. Я сейчас этими забью. Не трать патроны. Ты уверен? Да. Все. Так, давай лучше я со своей винтовочкой его сниму. Как хочешь. Ну а ты хоть пистолетные автоматы не трать. Так, подожди, нам не сюда. Почему? А там еще несколько таких шахт было. Надо посмотреть, что там есть. Вон там мельница какая-то. Нет, это, видимо, проход. Ой, так ты вышел на этот, что ли? Ты насквозь вышел, смотри. А ты где вообще? А вон я сзади. Пойдем. А туда ты не был там. Где? Куда вот, бегу? Да, вот здесь. Куда я бегу? Я не знаю, куда ты бежишь, я не вижу. Кью, нажми на меня. Я здесь. А ты мне на стену показывает, и там желтый круг. Ну. И где-то там, да. Так, надо. Что, знаешь, что надо? Похилиться. Иди похилю. Давай. Вместе. Так, вместе использовать. Это черный спрей, здорово. Все, у меня одна хилка осталась. Но вот сейчас бы трава не помешала. У меня тоже одна хилка. Ну. Давай вот сюда пойдем. Это где? К ее нажми. Я вон стою. Куда вот туда? Это проходная, это как кишка такая. Маши и по сзади. Какого сзади? Спереди. Уберись, уйди. Что там? Динамит, ты чё? А кто кинул? Какой-то из этих мутей. Чё, ещё динамит, нет? Да.
Я видел на вид, я иду наперед. Жом. Ай-яй-яй-яй! Я тебя понял. Сзади. Какого сзади? Еще одна такая же трянь вышла, смотри. Фух. Надо сломать. Какая дрянь, а? Автоматный патрон, то, что надо. А че развлекся там? На, автоматный патрон. Хочешь, похилимся? Еще рано. Ну, как бы не критично, я думаю, что. Тут еще что-нибудь есть такое? Найдем еще чего. А кстати, где черные мужики-то, так и не понял. Какие черные? Ну помнишь, черные мужики? Угу. А где, куда они делись? Домой уехали. Не понял. Они что, нас бросили, что ли? Да, да уйди ты. А вот. Так они нас, получается, бросили и ушли, что ли? И че? Че? Да. Я потому что прослушал, что она сказала. Она сказала, что там железнодорожную станцию. Я не помню. Через шахту, что ли, вроде так было. Ну, вообще не было. Слишком быстро эти диалоги проходят, поэтому нет. Нет, тут тупик, надо по лестнице. Ой, какая дрянь. Фу. О, смотри, тут что-то есть, винтовочные патроны возьми. Ясненько. Трава. А, трава, есть красная трава? У меня, сейчас посмотрю. Нет, у меня смешанная есть. Я смешанная, у меня тоже смешанная. Да пофиг, потом. На еще красную найти и будет нормально спрей. Ой, фу, опять видяхи. Сейчас что-то произойдет. И такой опять кнопки нажимать надо, смотри. Ну-ка, я готов. О, щит. Факин щит. О, гомосек какой-то. Это знаешь, на кого похож? Актер какой-то. Да. Ла-ла-ла-ла-ла. Что-то мне не нравится. Мне какой-то наркоман. Сейчас пулю получишь, все. Че с ним разговаривать внутри по ноговому, да и все. Газовая граната. О! Это его? Нет, это им кинули в окно. А, это черный, наверное. Да, это он. Это птица. Это другие черные. Это самолет. Это Бэтмен. Гля, Бэтмен, сейчас. Быстрее, гляди. Вздумай стрелять, баллон. Оп. Он в окно вывалился, видал? Там второй этаж, он разобьется. А эти? Такие гля, там ничего нету. И вгля тут еще. Что? Я точно. Да они через крышу ушли 100%. Отлично. Ладно. Да ты что? Я такой смотрю. Что тут есть? Наркота. Пароль, на брайдер. Там коллекция, коллекция по ней такая. Я думал, это аккаунты на брайдер бесплатные. Коды. Тест, кейс, чё? Буровой комплекс, это на болото. Ух ты. Я не хочу на болото. Я домой хочу. Ух ты. О, зеленая трава, смотри. Да. Так, лица связи, чё? Патроны, хочешь? Да нет. Пистолетные. Давай почитаем. Сейчас же пойдем. Вообще в обратку через шахту, что ли? Да, походу. Давай, знаешь, надо подождать, мне кажется, здесь пока не заходить будут. А чё, кто-то идет? Да. А ты не слышишь, да? Нет. Ух ты! СВД! Блин, а тут по нам стреляют, походу. А ты чё за хрень? Из пулемета. Я бы как-то не ходил. Смотри, я отсюда могу это, как бы это. Ай! Я тебя понял. О, сейчас его сниму. Там СВД сбоку, смотри. Там черный заходит. Я вижу. Снял. Там СВД сбоку. Я видел. В ящике. Ух ты, черный. Пока не просто стоят, смотри. Они, знаешь, так стоят, как будто рэп читают вообще. Да. Да, но оно долго стоит, так покачивается. Пулемет! Нет пулемета. Он уперся в ручку пулемета и шагал в воздухе. Я над этим издеваюсь. Что ты делаешь? На бикшиканцем издеваюсь. По ногам он стреляешь там? Не, по башке. На писку. А ты что, СВД хочешь? Возможно, мутация организма, вероятность не стану.
Давай я СВД возьму. Ярко-светло, немедленно, проблема. Опять кто-то за пулеметом, сейчас сниму. Ай, он попадает, говнюк. Он через стенку, сейчас запульно. Попал. Все, там никого не должно быть. Так, что, выходить будем, наверное, понемногу или что? Подожди. Или отсюда себя перестреляем. Ты СВД взял? Угу. Я тебя понял. Видишь, там что-то блестит у лестницы? Да, сбить. Сбил, сбил. А тут что-то больше никого нет. А там еще что-то блестит у лестницы. Правда? Сбил. Да. Но это наши деньги, так что это лучше их подбирать тоже, мне кажется. Бесплатные деньги. Да. Так, что у нас тут? Ну что больше, а вам кто-то еще есть? Да я тут никого не вижу. С арбалетом, парень. Да. А, ты там смотришь? А я вообще справа иду. Смотрю. Вроде больше никого. Давай похилим все. Подожди, там еще что-то блестит. Все, вроде больше ничего нет, давай нападем. Мы похилились. Так, осмотреть. Здесь полно папок, похоже, тут ничего нет. Ты, кстати, почитай, вот этот документ на столе лежит. И что тут написано? Почитай. Похоже на записку. У вас плагос, мутация, слабота. Они боятся света. А кто ты так вроде светло? Ну нет, они яркого света боятся. А, светошумовые кидать. От вспышки, да. Да. Слабое место, видимо, у кого-то. Дверь открывайся. Так, так, так. Тут что есть? Бутылки старые нам не нужны. Что происходит? Я открыл дверь. Там какой-то шлепок как будто был влажный. Ну, тут пусто. Смотри, окна все это... Заколочили. Как она его вытащила? Или кто это был? Этот Фантомас, этот Бэтмен, как он его вытащил? А тут трава есть, красненькая. Тебе надо красную траву? Да, на комбинацию мне пойдет. О, слышь, тут алмаз круглый. Возьми. Вот я взял на нас. Он для твоей, да. Так. Красная трава. Еще? Так, 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 так. А ничего не было больше. Можно встать за него, нет? Да. Вот так вот. Да и я вылезу отсюда сначала. Ну, сейчас, наверное, не нужен, наверное. Ты уверен? Ну, не знаю. Надеюсь, что нет, потому что, если что, это... Смотри, тут пистолетные патроны есть. Не подбирай, сейчас подбегу, подберу. Алмаз? Алмаз. А это что такое? А, винтовочка. Нет. А почему музыка-то играет? Прочитай, гранаты нет места. Где? Это что такое? Это кто-то из арбалета опять шнуряет. Где? А я хрен его знает, слушай. Винтовочные патроны. Вон он где-то наверху, наверху. А, это нет, это динамитом опять швыряет, гаденыш. О, алмаз. Видишь бы, откуда еще? А, сверху откуда-то. Вон, 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 слушаю его. Но не вижу нифига. Кто-то орёт. Вон, 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 вон. Ну-ка, прикати мне тут. Так, надо гранат. Слышишь, там кто-то сзади лезет. Ну супер, я пока занят. Где, кто? Я тебя понял. Он упал. Автоматные патроны. Иди забери автоматные патроны. Подожди, я думаю, что тут сделать можно. А, зажигательный гранат, в принципе, хватит. Я иду. Давай. Вот где я стою, они тут. А даже какой-то карьер, смотри. Песчаный карьер, два человека. Вот как раз два человека. Блин, а как там? Такие работочные. Я! Такие работочные. Я! Не, я еще хочу куда-нибудь. Так, 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 что у меня комбинировать с этим? Так, я не понял, это что, мясокомбинат, да, типа? Да. Песчаный карьер в мясокомбинате. Мясокомбинат в песчаном карьере. О, видях опять. Вон, блин, лестница, лестница. И там что-то сверкает. Да-да-да, это я, это камешек сбил. И динамит какой-то, блин. Запрыгнуть надо. Ну-ка, слышь, там, под это. Я бы не стал. Подсади меня. Стой, подожди. Там какой-то козел сверху. Да, они сзади идут, смотри. Они вот с того места идут. Вон они, вон они, вон они. Я ему хэдшот сделал.
Они вон сползают, видишь, с бочки. Ага, смотри, они там из этой бочки рожаются. Они как будто из него выпадывают. Вон красный бежит. Вон тарелка какая-то зеленая. Вон спускается, смотри. Да. Но... И что получается? Ай! А. Ну я спиду, кто-то динамит кинул. Козлы. Давай, протыкай, протыкай, протыкай. Е-е-е. Че там, еще что ли кто-то? Так. Блин, да их тут полным-полно. Кто-то динамит швыряет. Пистолетные патроны. Своего же кинул, а? Вот динамит швыряет сверху там. Вон сверху стоят. Ты видишь их там? Нет, они слишком высоко. А, вон он стоит. Вот. Парень с щупальцами вместо рок ног. Что это вообще у него? Ах ты, мать твою! Вот и я про то же. Нормально. Аж жахнуло три раза. Пистолетные. Лезут, нет. Главное ничего не пропустить, потому что у меня столько всего. И у нас очень мало здоровья у обоих. Да. Блин, динамик сверху упал. Бежим, бежим, он сейчас не сможет стрелять некоторое время. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, они когда умирают, у них динамик по... Ах ты, пасла! Сосайте меня. Сосайте меня. На, пожую. Ой-ой, совсем все плохо. Так, я сюда отойду. Взял из пробирочки, попшикалось, нормально. Слышь, вон тот у него, короче, динамит в руке, и динамит на нем взорвался. Два раза. Не, у него динамит в руке, я выстрелил, он взорвался. А вообще как... У них сколько этих динамитов, блин? Вон он. Он взорвался. Динамит в руке. Ох, ма! Просто на ошметку. Вон, еще отпрыгивает. Теперь ты понимаешь, почему это? Не стоит кидать бомбу или пучку, когда это онлайн. Не стоит. Я тоже кинул бомбу или пучку так. В руке взорвалась. Кстати, это толкнуть там, давай толкнем. Подожди. Давай, давай, давай. Сзади, сзади. Бегу. А нет, вот тут сзади. Ох, ма! Ох, ма! Ай, я в агонии. Понял тебя. Спасай меня, спасай. Бегу, бегу, бегу. Пошли мне. Да что такое, откуда, блин? А, бежать мне. Дыры вышел. Блин, они тактически уклоняются. Он с дыры, короче, сверху спрыгнул. Они лезли оттуда, я помню, там... Все? Все. Вроде бы все. Когда музыка кончается, значит все, видимо. Они, кстати, как-то тактически уклоняются, видимо, они так, опа! Уклонился. Динамичики сраные. Ну, вообще. Бах. Блин, сколько там осталось? А что, вниз падать? Не думаю. Я сюда надо идти. Смотри, там что-то в этой. А, патроны с картечью, трава зеленая. Есть у тебя красная трава? Блин, вот это зря. Есть. Там бочки были, блин. Так я что, знал, что это заставка будет? Надо было. Сейчас босс, наверное, будет. Какой? До 100%. Да, какой-то такой, видишь? Летучие мыши. Но. Мужик на тракторе. Мусорки. Когда ж музыка из дальнобойщиков. Та да да та 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 та. О, там какая-то дрянь. Тентакли эти опять. Да 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 да. Блин, это еще хорошо. Может упадет? Не, не упадет. Давай прыгнем наверх. Блин. Блин, ну мой персонаж, конечно, умный. Надо проверить, кто там. Да. Такой еще подойдет, потрогает. Вы целый? О, это внутри такой этот. Матерь Божья. Терминатор выходит. Ну да. Вон, видишь, говно опять. Фу. Опять в говне буду бегать. Не, это что другое. Это насекомое.
Это большая мышь. Ой, мама, Робин. Таракан. Я тебя понял. Это Бэтмен. Это Бэтмен, да? Это таракан. Давай его в рот. О! В рот насыпь. Воркается. Ты его в рот насыпь, нормально будет. Нормально, блин. Что делать будем? Бежать. Это сороконожка летающая. Это хрень какая-то. Давай от винтовки, короче. Огонь. А может по пузу надо стрелять? Да, скорее всего. Не сейчас, не сейчас. Пляжешь, блин. Ай-яй. Ух ты, надо уворачиваться еще. Может, отойдем отсюда. О, бочка. Сейчас вам гвадис стрелять буду. Блин, перезаряд, как не вовремя. Ай, да блин, задолбал он меня. Чего он на меня-то загрелся? А ты сейчас переагрю. Бочки, бочки. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Нет, не за мной. Ты задолбал меня. Иди сюда, ты урод. Да и сюда иди. Он меня не слышит. Не хочет. Я тебя понял. Сейчас побегай, пока я подберу патроны. Опять что-то тактика детайлом, да. Ну. Сейчас. Подожди, где он? О, он летает. Светошумовая, светошумовая граната. У тебя есть они? Есть. Используй их. Как бы их выбрать еще, кинуть? Это ей быстро там. Как его? Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай, давай. Подожди, надо его задержать. Не, не сразу, не сразу. Почему? А там анимация проходит, пока ему больно. И как только анимация заканчивается, сразу еще одну. Вот сейчас вот добивать надо вроде. Да-да-да-да-да. Че, кого? Бей, как? Ой, он стал. Да. А тут сенсорные мины есть. Давай я их насобираю сейчас. Да-да-да. И положу где-нибудь. Где гранаты какие-нибудь? Быстрее, во. О, автоматы попал. Все, надо бить его или что, что-то сделать. А, он живой. Собака, винтовочные патроны, светошумовая граната взял. Как-то постреливаю по нему, но. А, FF увернуться. Сенсорные патроны. Туда мины есть сенсорные. Как их использовать? Ну, просто положить, наверное. Ну, чтобы он за тобой, что ли, бегал? Я не знаю. Вон, за тобой бежит, беги. Сейчас он. А, вот. Смотри, я положу ее здесь. Главное, чтобы на меня. Бежим. Я положил бежим. Мину. Я видел. Может, у него мозгов не хватит. Ну а добивать надо как-то может. Надо с ножиком. Что-то надо с ним делать, наверное, он тупим бегом. А что делать-то еще? А я не знаю, давай в живот ему стрелять. Не, бесполезно. Да, в этот, в желтый надо стрелять, в красный, вот в пузо. И долго надо стрелять. Ну когда он лежит, надо в пузо стрелять ему, подбегать и в пузо бить. Тут пистолетных патронов полно. Это как раз специально для босса. Подожди, я тут... Ты уйди оттуда, а? Он за тобой бежит. Не уйдет. Давай, подбегай к нему, по пузу бей. Перезаряйся, давай. Это что, бессмертный, что ли, у нас? Бежим. Сейчас я поставлю мину, смотри. Бегай. Так, где? Мина. Давай. Беги. Бегу. Я заложил мину, бежим. А можно было ее забрать. Давай, ты урод. Не понял. Ты что-то плохо ее положил, а? Давай сюда, еще раз. Ты, походу, ее неправильно положил. Ну как ее положить? Правильно надо было. Смотри, сейчас бомбанет. Где? Да блин, да что ж такое-то? Он как, оббегает ее, смотри. Вот тебе в рот. Он полетел. Где я? Давай. Блин, я патронов нету. Умри ты, падла. Как его валить-то? Вот в эту штуку надо стрелять ему. Что-то мы долго уже стреляем, а? А мы его не повалили еще. Или бегай. Помнишь, как этого мужика с этой? Или может две надо подряд выкладывать? Не знаю. Так. Подожди, у меня зажигательные гранаты есть еще.
Это не это, не попробуй. Ну хотя попробуй. Он полетел опять что ли? Смотрите, тут что-то есть. Нет, тут ничего нет. Блин! Чё такое? Я кинул гранату в него. А, ну все такое, здоровье, он кончился. Чё-то он какой-то живучий. А в пузо надо было стрелять, ну? Не, гранату кинул, у него зажигательную. Ну и все, и как бы здоровье закончилось у него. О, круто. Помойку. Все, до свидания. А я думал, грузовик его придавит. Что-то как-то не особо эпично. А что там взорвалось в грузовике? Там же ничего не было. Ну, не знаю. И этот черный приехал, да? Ну, спасибо. А я белый. Какой? Как там мина лежит на земле, алло. А, мы сейчас его добивать, походу, будем. Вот этого? Конечно. Белого. А может, надо было вернуться из пулемета его это, потрепать? Не знаю. Я лучше белого этого убрал. Смотри, он сейчас опять вылетит, походу. Мы его стрелять будем. Не знаю, сам стреляй. Блин, я мину потерял. Ура. Чё-то ты не меткий. Но. Надо было, ну надо было, да, ему в пузо стрелять, походу. Оно как раз он лежит, у него пузо оголенное и оно красное. Я не знаю. Ну как в этом, как у вас планета там так же.